во всем мире сейчас ведется борьба не за деньги, не за воды, не за пароходы. Во всем мире сейчас идет борьба за людей. Малые города и там малые столицы – это артерии двух столиц наших, там, Москвы и Питера. То есть туда едут люди, потому что они считают, что вот там-то вот будет оно, вот мне дадут эти возможности. У нас же вообще территория нашей страны, она зимой, это тоска вообще. Ну, то есть такое ощущение, как будто лето – это всего лишь один месяц, а все остальное – оно вот все черное, серое, грязное. И такие работы вот этими пятнами, оно людей, особенно в такое время года, оно будет как-то, ну, может быть, бодрить именно за цвет. Я вообще помню, что я, когда увидел там первые два номера Urban Roots, они такие были маленькие, там, опять что ли, формата. Для меня это казалось чем-то запредельным, что я никогда, наверное, в своей жизни не сделаю. Я даже мечтать не мог, что там займусь граффити, например. Ты вообще наделен такой уникальной властью создавать визуальные образы. Тут нужно, я убежден в том, что брать на себя ответственность за то, что ты рисуешь, что ты показываешь людям. Нет, это мне мама вообще всегда говорит. Что-нибудь проходишь мимо, что-нибудь тебе понравилось, я помню, с детства, короче. Ну, потом вернусь, там, потом сделаю. Говорит, нет, потом не бывает. Надо сразу, короче, вот. И, не знаю, но это не то, чтобы мой девиз, но обратного пути не бывает. Да бывает обратный путь, ничего такого. Ну, вот у меня каждый день обратный путь, блин, на эту стенку.